Мы ее напополам написали с Алик, точнее. Ну это уже трех авторов. То есть два текстом работали, два на музыкой. Бакер, есть с Алик? Нет? Она за пылинки ночной причалась на байке на Красный проспект. Принцессой прекрасной, совсем молодой, ей было всего лишь 75 лет. А я был с гитарой и пепел, надеялся денег много добыть. Как другие байки в свисте вел, и вот он и бросил ей дать закурить. Есть, пожалуйста, милая, стань мне протёщей.